Ребята, всем привет! С вами крошка Настя. Короче, сегодня я решил устроить со своими подписчиками трейды по цветам. Семеро подписчиц выиграли в конкурсе на участие в моем видео, а вот и одна из них. Давайте поскорее начинать! Star Pets – это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать робоксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в самых разных валютах. Ну а также Star Pets раздают всем своим новым пользователям бесплатных питомцев по моему промокоду, который действует до конца мая. Переходите на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Ну что же, она мне загадала коричневый цвет, а я ей в ответ загадала красный. Теперь нам нужно поставить 9 пэтов или предметов этого цвета и потом в конце обменяться. Ребята, посмотрите, сколько всего она уже поставила, я что-то запаздываю. Так, ладно, надо быстрее искать пэтов. Я нашла 4 вот таких вот ультра редких. Так, и надо еще какого-то нибудь 5-го. Вот такую вот змейку я решила поставить. Так, теперь давайте какие-то предметы искать. Что же у меня тут есть коричневого? Из колясок я нашла вот такую вот коляску. И, по-моему, была еще одна. Вот, вот она, туфелька. Так, осталось 2 предмета. Я думаю, это будут игрушки, наверное. Чтобы выбрать. Смотрите, вот такой вот милый поводок в виде собачки. И еще вот такую вот картошку я поставила. В принципе, идеально коричневый трейд. И у подписчицы вот такой вот трейд с красными питомцами и вещами. Конечно, у нее сундучок там больше серый, но, в принципе, красный там тоже есть, так что подходит. У меня, наверное, картошка последняя испортила всю красоту трейда, потому что она какая-то не коричневая, а бежевая, что ли. Блин, надо было поменять. Ну ладно, уже мы обменялись. Давайте теперь переходить ко второй участнице. А вот и моя вторая подписчица. Давайте посмотрим, какой цвет она загадает мне. Она мне загадала зеленый, а я решила загадать желтый. Так, для начала поставлю вот такое вот яйцо, оно полностью зеленое, зеленее некуда. А теперь давайте переходить к питомцам. Улитку я нашла, вот она тоже там ставит пэтов, правда она поставила орангутанга, но он какой-то не желтый, а больше оранжевый, ну ладно, ничего страшного. Все, поставила вот таких вот 5 пэтов, давайте теперь переходить к каким-нибудь предметам. Что тут у меня есть? Вот такой вот листочек, это получается игрушка, также вот такая вот игрушка кактус. Так, ролики вот такие поставлю. Еще где-то была у меня коляска. Вот, вот она. Так, и подписчица мне тоже уже поставила все желтые предметы. Последний, конечно, не совсем желтый, но, в принципе, желтый там есть, так что нормально подходит. У меня получился идеально зеленый. Вообще эстетика такая супер. И у подписчицы тоже красивенько. Давайте переходить к третьему трейду. А вот и следующая участница этого видео. Давайте посмотрим, какой цвет загадает мне она. Она загадала мне черный, а я решила загадать ей белый. Получается, у нас будет черно-белый такой трейд. Так, поставлю вот эту вот горилку. Также еще сову. Она, смотрите, какая темная вообще. Она мне уже поставила 5 пэтов, значит, мне тоже надо догонять. Все, 5 пэтов есть. Отлично. Теперь можно переходить к каким-нибудь вещам. Что у нас тут есть черного? Даже не знаю. Вот я нашла такие ролики достаточно прикольные. Теперь я думаю поискать что-нибудь в игрушках. Ну, шарик, конечно, такой себе, но это все, что я нашла. А вот, смотрите, ботинок есть. Нормально вроде. Так, что же тут еще черного есть-то, а? Вот такой вот блайзер я нашла. Смотрите, какой идеально черный трейд и почти идеально белый трейд. Единственное, вот этот мотоцикл из-за черных колес немножечко не вписывается. Но так он, в принципе, белый, все подходит. Ну что ж, моя подписчица снова в плюсе. Давайте переходить дальше. А вот и моя четвертая подписчица. Давайте посмотрим, какой цвет загадает мне она. Ага, у меня второй раз подряд надо ставить черный. Интересно. Ну, постараюсь не повторяться, стараюсь какие-то другие предметы, чтобы поинтереснее было поставить. А я ей, кстати, загадала голубой, ну или же синий, там уже что получится. Так, поставлю тукана, она мне уже поставила 3 питомца, я решила поставить еще вот такого вот мишку. В принципе, он у нас легендарный. Давайте теперь переходить к предметам. Что у нас здесь есть? Вот такой вот черный мотоцикл, отлично, он полностью черно перекрашен. Поставлю еще вот такую вот туфельку для пэтов, точнее туфли. Еще вот такие вот модные очки, смотрите, какие прикольные.
Ну, я, правда, в прошлый раз черных игрушек нормальных не нашла. Короче, я решила добавить еще одного пэта, вот такого ультраредкого. И нашла под конец вот такую волшебную палочку, это у нас игрушка. А у подписчицы вот такой вот получился тред, голубо-синий, конечно, там еще улитка фиолетовая. У нее, видимо, больше не было синих или голубых пэтов. Ну и так сойдет. Вот такой вот тред у нас получился. Одна из моих подписчиц подарила мне вот такой вот подарок. Спасибо тебе большое! А потом девочка, с которой мы только что затрейдились, подарила мне вот такого вот классного питомца. Спасибо тебе огромное! И еще одна подписчица подарила мне две легендарки. Спасибо большое всем за подарки! Переходим к следующей участнице. Давайте посмотрим, какой цвет она мне загадает. Она загадала желтый цвет, а я решила загадать коричневый. Ну что ж, давайте приступать. Итак, поначалу я поставила вот такого тигра. Он у нас легендарный. Еще где-то у меня должен быть здесь миньон. Он идеально желтый, тоже поставлю. Уже получается две легендарочки. Они, конечно, не очень ценные, но ничего страшного. Так, дальше я поставила скорпиона и всяких вот таких вот питомцев. Все, в принципе, 5 пэтов уже есть. Подписчица мне поставила 4 питомца. Теперь можно ставить какие-то вещички. Смотрите, у меня есть вот такой вот сундучок легендарный, достаточно хороший. Также есть аксессуар вот такой вот милый в виде цыпленка. Еще я поставила вот такую вот желтую игрушку. И потом добавила желтый банан. Так, у подписчицы тоже все идеально коричневое, супер, вот такой вот эстетичный трейд у нас получился. Конечно, тигр, мне кажется, чуть-чуть не вписывается сюда, потому что он больше какой-то бежевый, но ничего страшного, зато это легендарочка. Вот такой вот трейд у нас получился, давайте переходить дальше. Посмотрите на скин моей следующей подписчицы, это же тот самый хомяк из мема. Так, ну ладно, давайте кидаем ей трейд, посмотрим, какой цвет она мне загадает. Мне почему-то кажется, то, что это будет коричневый или красный. Да, ребят, я угадала, она мне загадала коричневый. Коричневый сегодня какой-то самый частый цвет. Ну ладно, зато много пэтов этого цвета существует. В принципе, будет не очень сложным. Так, а я ей, кстати, загадала белый. Так, что же у меня тут есть коричневого? Вот такого вот бобра поставлю. Это что у меня за питомец? А, Ghost Walk, понятно. У меня почему-то пэты не прогружаются, странно. Еще вот такого вот пудинг котика поставила. Так, что же тут есть еще? Она поставила мне 3 пэта, но я, наверное, тоже поставлю 3. Давайте дальше. Теперь игрушки. У нас вот такой вот поводок. Так, что тут из транспорта, наверное, ничего нету, но я поставила такую вот коляску, как в прошлый раз. Блин, этот трейд как-то похож на прошлый, который был с коричневым цветом. Но что поделаешь? Вот такую вот шапочку я нашла, она достаточно прикольная. Так, что же тут есть еще? Вот эти вот крылья, это прикольные крылья, они достаточно дорогие были на зимнее обновление. Так, она мне, кстати, решила поставить стикеры. Ну, я тоже тогда поставлю стикеры, почему бы и нет. Вот таких вот 2 коричневых стикера я нашла. Смотрите, какой идеально коричневый трейд. А у нее немножечко не совсем белый. Но, в принципе, на каждой из этих вещей присутствует белый. Так что все по правилам. А вот и последняя участница этого видео. Она загадала мне зеленый цвет, а я решила загадать серый. Серого вроде бы сегодня не было ни разу. Так, ну давайте посмотрим, что у меня из зеленого. Вот таких вот пэтов всяких я поставила зелененьких. Она мне поставила 3 пэта. Так, давайте тогда ставить теперь вот эту коляску и всякие, в принципе, предметы. У меня где-то была игрушка такая милая, кактус. Сейчас где она? Вот она внизу. Давайте ее поставим. Вот такой вот идеально зеленый трейд. И не совсем идеальный серый. Посмотрите, тут в конце тележка, она красная. Но, видимо, у нее ничего серого не нашлось, но зато там серые колесики, так что, в принципе, нормально. Ну что ж, вот такой вот трейд получился. Ну а, ребят, вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Напоминаю, что для участия в моих видео нужно обязательно присутствовать в моем телеграм-канале, ведь только там я устраиваю конкурсы на участие в видео. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.